Вот. Очень просто было. Накрасила? Угу. И за ногтики красит. Красиво, да. Так, ну что? Кто здесь у нас? Кто здесь у нас? Кто здесь у нас? Вообще, это браслет, смотри. А, мам, это браслет. Где браслет? Ну, покажи. А, вот это что, браслет. Ты моя красавица. Кто здесь? Кто здесь? Мам. Что? Вот это чего? Смотри. Вот это от этого? Ну да, разные цвета просто. Можно я его накрасю? Ну не здесь. Здесь сейчас все испачкается. Надо идти, ложить на пол, где можно вытереть легко все. Да. Киса моя. Кисочка моя. Кисочка моя. Кисочка моя. Нравится в пакетике. Нравится. Да, нравится в пакетике. Мама, вот так пахнет консерв. Конфеткой. Пахнет как конфетка, да? Угу. А если лается в этом пакете? Да, она прям балдеет. Китсюня наша прям тут прибалдела в пакете. Ей понравилось. Подарочным. Прям спит. Да, киса? Будешь спать? А? Носик мой, курносик мой. Будешь спать? Носик, курносик. Ляньте, прибалдела. Киса вообще спит. Все. Подарочек уснул. А это что такое? Это тоже помада. Тоже? Тоже все помадка, да. Сюнечка моя. Сюня. Сюня. Она наблюдает, мама, наверное, за это этим. Даже не палпи, это только. Ага, продолжаем еще видео немножко. Не успели все наши куклы показать. Вот. Снимаю ради Лизочки. У нее день рождения. Она хотела показать свои подарки. Вот ее подарки на день рождения. Ну, в основном... А, Сэм уже все позабирал. Это просто... Вот это ее подарок на день рождения. И где-то еще Кен убежал. Алиса наша тоже подарок, да, Алиса? Да. Залезла, главное, сама в этот пакет. Не трожь, не трожь, пусть лежит. Сэмчик, пусть она отдыхает. А потом Лиза начала показывать все свои куколки. Вот это вообще не Барби, но тоже такая прикольная кукла. Видите, в сапожках. У нее коленки сгибаются. Сэмчик, неси мусорный пакетик и сложи весь вот этот мусор после того, как мы распаковали. Я не могу все прямо. Прям не можешь все прямо сразу, да? Просто принеси пакет, мама, и будет легче собрать. Все? Ну, получается, да. Коробки было вроде бы много, а так, если посмотреть, не так уж и много. Но зато очень классная косметика. Ну да. Это Лизина подружка подарила ей на день рождения. Здорово.